А как вы считаете, можно ли чувство верующего оскорбить? Потому что закон о чувствах верующих вызывает очень много толков, кривотолков, противников, сторонников. Можно ли чувство истинно верующего человека чем-то оскорбить? Я не знаю, зачем нужен этот закон, потому что есть Библия. И зачем законом, жалким законом толпы депутатов подтверждать великие истины Библии? Это унизительно для Библии. И поэтому очевидные вещи оформлять законами – это провоцировать на то, что потом закон может быть отменен. То есть люди начнут привыкать к тому, что можно это отменить. Зачем очевидные вещи оформлять в законы? Зачем? И никогда этого не было. Есть закон Божий. Если человек, жалкий человек, червь, начинает дублировать закон Бога и Творца, то из этого получается только снижение планки уважения к этому закону. И для этого, я думаю, это и делается. Но вас лично что может задеть? Не знаю, фильм какой-нибудь, книга какая-нибудь? Я фильмы не смотрю. Книги, которые написали не христиане, я не читаю. С тех пор, как я христианин, это просто запрещено священным писанием заниматься этим безобразием. Вот. Иногда я изучаю какие-то материалы, допустим, исторические, которые написали не христиане, но там обычно нет ничего оскорбляющего верующего. Или когда человек пишет, понятно, что он другого вероисповедания, как бы, ну и что ты взял его читать, понятно, что если он мусульманин, он будет называть Христа тварью, а не творцом, ну то есть человеком. Поэтому если ты читаешь мусульманин, ты должен из этого исходить. Далеко не всегда. Нет, в мусульманстве Христос творение, он человек, Иисус, и там называется Иса. И поэтому любой мусульманин называет Бога человеком, то есть хулит Бога. Я христианин, я знаю, что Иисус Христос – это хорошо, Бог. Хорошо. И поэтому любой мусульманин – богохульник для меня. И я к этому отношусь с пониманием, если я с ними общаюсь, я понимаю, что с кем я общаюсь. И тем не менее, я могу с ними работать, мне у меня нет повода с ними воевать, и пока они не лезут в мою жизнь, не мешают мне воспитывать детей и прочее, то у нас прекрасные отношения. Но я понимаю, что это богохульство. Для меня, как для христианина. И поэтому я никогда не говорю на вероисповедальные темы с теми, кто хулит моего Бога. Если мне задают вопрос, я отвечаю. Но дебатировать я никогда не дебатирую. Это унизительно для христианина. Навоз – это не проблема, а колоссальный доход. Потому что навоз заменяет все минеральные и химические удобрения. Минеральные и химические удобрения не нужны, если есть десятки миллионов лошадей. Да, слушайте, это нюхать невозможно, мы же задохнемся. Да вы задохнетесь от той химии, которой поливают вам дороги, чтобы ездили машины. Вот от этого вы задыхаетесь, идете аллергиями и дохнете. И когда идут, допустим, пожары или еще какие-то катаклизмы, когда горит химия в лесах, пластик и прочее, то стоймя трупы ставят в моргах. Вот от чего вы дохнете, а не от навоза. Когда вы навоз последний раз нюхали? Ой, слушайте, я на даче все своими руками возделываю. Да чего вы там навоз-то нюхаете? Где там лошади? Коровье. У меня коровы прямо тут пасутся. Я вам даже участок свой покажу. Вы у меня даже забора нет. Вы должны радоваться, что у вас есть хоть сколько-то коров, чтобы вы удобряли этим навозом. Да я полностью с вами за. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Как к педагогам. Ёмко. Они по священному писанию заслуживают смерти. Апостол Павел сказал, что «да будет кровь их на голове их, таковые заслуживают смерти». Цитирую апостола любви, апостола Павла. Ребенок двух лет спрашивает родителя, почему восходит солнце, что родителям должен отвечать? Да потому что его сотворил Господь для того, чтобы солнце освещало землю. То есть астрономия, как я понимаю, тоже лженаука? Звездное небо давало ориентацию человеку ночью. Это детям надо знать. А вот внедрять им в голову разные глупости о расчете световых лет и веса звезды, кто ее посчитал? Это какие-то эти уроды. И больше его не нужно? Не нужно. И не нужно знать, что это на самом деле звезда, что это планета. Этого тоже не нужно. Да вы этого и не знаете, вам это ученые рассказали. Вам рассказали лжецы, они все лгут. Я Австралию ни разу не видел. И у меня ни один знакомый не был в Австралии. То есть, по сути, возможно, ее не существует. Нет, она существует, потому что есть множество свидетелей, кто ее видел. Но нет ни одного свидетеля, кто был на звезде, как они говорят, за миллион световых лет. Ну хорошо, но у меня же были люди. И поэтому не было на людей, никогда. Это все вранье. Так, и в космосе тоже не бывал никто. В космосе были. В космосе это просто довольно высоко взлетели, на Луне никогда не было. Это все вранье, это пиар. Это все туфта полная вообще. Вот в Австралии многие были. А у вас на этих звездах никого никогда не было? Так вы не то что верите, на каком они расстоянии, вы даже верите, сколько эти звезды весят. Вы с ума сошли! А вы решили, что начинается какая-то усиленная пора истребления человечества в связи именно с тем, что наступил коронавирус? Нет, в связи с тем, что ушла вода и передохли почти все пчелы, и английские элиты понимают, что они скоро все передохнут. И поскольку люди не хотят отказываться от благ так называемых цивилизации,
что их невозможно, людей, лишить этих благ цивилизации, то есть сохранить природу. Люди опять будут все восстанавливать, если даже там вырубить электричество. В Венесуэле или в России, неважно. И поэтому людей могут только убить. И убийство людей – это спасение, ну, большая часть человечества – это спасение для элит. Тогда они выживут. Когда вся земля станет сафари-парком, где нет людишек, а цивилизация останется кусочком таким, где-нибудь там, ну, условно, на Британском острове, с парой-тройкой атомных электростанций, со всеми достижениями науки и техники. И с несколькими миллионами человек для в качестве обслуживающего персонала на английской королевской семье. Вы тут вне игры, вы не нужны. Ни в каком качестве. Обычно люди говорят, а как же, мы же потребители, где же потребление будет? Уже не нужны потребители, уже не надо ничего. Сейчас нужно элитам сохранить жизнь. Для этого нужно ликвидировать, как они считают, человечество. То есть, получается, это борьба за экологию какую-то? Да, да, это в извращенной форме борьба за экологию. В неизвращенной форме это было бы отключение электричества повсеместное. Причем такое отключение, чтобы починить было невозможно. Но поскольку руководят миром не христиане, а сатанисты, они выбирают пути такие жестокие. Я предлагал вырубить электричество. Вам это не нравилось. Поэтому вас убивают.